Салавата Юлаева собираются снести под обманный маневр в виде ремонта символ Башкортостана. Уберут. Даже не сомневайтесь, если до нас дошли только слухи о так называемом ремонте с переносом Салавата с его законного места, решение уже принято на самом верху. На мнение народа им наплевать. А значит, это не вброс для проверки нашей реакции, а сложившийся факт о их намерениях. И ведь такое уже было в Башкирии. В городе Ишимбай стоял целый самолет, про который знал весь юг Башкортостана. И что бы вы думали, всего лишь мэр города Ибрагимов сказал, этот аэропорт в центре города убрать, способы не волнуют. И самолет типа сдали на металлолом. Естественно, город ни копейки этих денег не получил, а еще и приплатил за утилизацию. То есть самолет тупо украли, причем в наглую, даже не спросив никого. И это какой-то вшивый мэр. Родину мать почему-то смогли реставрировать на месте, а Салавата не хотят. Почему? Мы все знаем, что ты, Хабиров, манкурт, и верить тебе хуже, чем верить алкашу или наркоману. Твоя родина в Москве, и ты второй Тевкелев. Мы, народ Башкирии, понимаем, что если Салавата уберут, то обратно его, скорее всего, не поставят, ибо он вам как кость в горле. Ведь это главный символ Башкортостана, как суверенного государства. Никогда ничего, кроме зла от Москвы не видевшего, даже ваши хваленые заводы, на которые за копейки потратят наши земляки, только уничтожают нашу родину. И я даже знаю, что ты мечтаешь поставить на место Салавата. Мы все до одного против того, чтобы его убирали с его законного места, даже для так называемого ремонта. Я никогда не просил распространять мое видео, но сейчас тема серьезнее даже Куштау. У нас хотят украсть наш символ свободы, вольности и независимости. И это касается не только башкир. Поэтому большая просьба распространить его по максимуму. Кто хочет, может просто скачать его и залить на свою страницу. Это очень важно. Ведь точно так же, как с самолетом в Ишимбае, они украдут нашего Салавата. Сначала у нас украдут нашу память, а потом и свободу.